поединка. Я думаю, что оба бойца достойны ваших аплодисментов! Тем самым, по итогам 5-раундового поединка, единогласным решением судей, победу одержал боец из красного угла ринга! Басим Аббасов! Казахстан! Аплодисменты Шамилю Галимову! Это достойнейший бой! Васим! Идем сюда. Поздравляю тебя с победой. Очень жаркая пресс-конференция у вас была. Много слов было сказано. Но мне кажется, твоя спортивная карьера сейчас поделится как до этого боя и после. Посмотри на эту арену, на этих людей. Они все кричали, аплодировали и поддерживали тебя. Что ты испытываешь сейчас? Я знал, что я выиграю. Я хочу... Всегда хотел с арены сказать одно. Казахстан алға! Я человек, который как собака пашу. Это моя работа. Я прихожу, пашу в зал. Спасибо, дядь Костя. Недавно я приобрел команду, которую раньше имел среди нюров. Это Асад. Ребят, я люблю вас. Помимо этого, я хотел бы сказать Андрею и Марату. Пришли, потратили время, подготовили. Мы с Шамой много лишнего сказали на пресс-конференции. Это нас не красит. Я младше него. Я не сдержал свой пыл. Это во мне чукская кровь говорит. Поэтому, Шама, моя рука, ты мужчина из мужчин. Спасибо, что разделил со мной октагон. Вот. Я выиграл одну битву.